В Люберцах открылось швейное производство для нужд специальной военной операции. Чтобы работать в комфортных условиях, администрация округа предоставила помещение на Октябрьском проспекте. А благотворительный фонд «Нерушимая стена» закупил швейные машины и материалы. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Пока в этом цехе работают 4 швеи. Анастасия Кудашкина уже год помогает нашим бойцам. Когда узнала, что ее труд может пригодиться, пришла не раздумывая. Это изделие называется тактический пятиточечник. Он защищает наших бойцов от холода. Они могут присесть на нем, могут разложить и даже принять положение лежа. Если заменить вставки на кевларовые, то, возможно, даже защита от осколков из-за холодов. Очень большой спрос на эти пятиточечники. На один пятиточечник я трачу минут 20-30. А в день могут их изготовить до нескольких десятков. Производят здесь и носилки-волокуши, покрывало с защитой тепловизоров, эвакуационные стропы и маск-халаты. Мы выпускаем непосредственно для ребят, для СВО, да, которые сейчас на передовой. Чем мы можем, да, помочь? Это маленькая доля, чтобы мы сделали хотя бы открыть цех, да, и волонтеры, да, и, конечно, все, кто пришел сегодня, кто нам помогает, хочется, чтобы просто объединялись, да, потому что для страны сейчас такая ситуация. И мы не должны быть в стороне. Оказать поддержку может каждый. Не осталось в стороне и администрации округа. Владимир Волков вручил благотворительному фонду сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение всего необходимого. Коллектив, мы искренне желаем, чтобы вы все всегда были любимы, чтобы всегда оставались такими же очаровательными, красивыми. Пусть ваши мужчины носят всегда вас на руках не только 8 марта, один день в году, а вот от 8 до 8. Здоровья, счастья, любви, благополучия, всего самого доброго. Глава вручил волонтерам букеты и благодарственные письма за помощь и социальную поддержку военнослужащих. Помощь со стороны администрации будет продолжена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.